известно, климат меняется. Это действительно факт, несмотря на то, что сегодня минус 30. Вот. Белое море, самое южное арктическое море, оно меняется очень быстро. И вполне возможно, что те животные, жизнь которых привязана ко льду, они в ближайшее время исчезнут с Белого моря. Вот, собственно говоря, мы их снимаем и их вешаем, чтобы они остались хотя бы на фотографии, потому что с Белого моря они могут исчезнуть. А фотографии вообще классные. Не знаю. Ну, я их видеть видел, но понятно, что под водой это по-другому все воспринимается. И вот эффект очень интересный. С подсветкой. Они светиться начинают. А? Светиться начинают. Да. Светиться и чуть ли не какой такой объем появляется.